Три очка из шести возможных. Таков улов хоккейной Сибири на Тихоокеанском побережье. В заключительном матче выездной серии наша команда переиграла «Адмирал» 2-1. Причем эта победа досталась сибирякам на последних минутах. Судьба словно вернула подопечным Николая Заварухина должок за растраченное двумя днями ранее преимущество в первой встрече с «Адмиралом». Как и тогда, гости сумели открыть счет благодаря удачным действиям финской тройки. Владивостокский клуб отыгрался в начале второго периода. В напряженной и равной борьбе развязка наступила в самом конце. Юса Пустинин оформил дубль за минуту до сирены и принес Сибири такую важную победу. Теперь команда возвращается в Новосибирск. Ближайший матч домашней серии состоится 5 октября. Соперник – нижнекамский «Нефтехимик».